В Самаре обсудили подготовку к параду памяти, который пройдет 7 ноября. Он будет посвящен легендарному военному параду в городе Куйбышеве, запасной столице СССР. 7 ноября 1941 года парад прошел в трех городах страны, но в Куйбышеве оказался самым масштабным и продолжительным по времени. На параде присутствовали представители дипломатических миссий, военные атташе, корреспонденты иностранных государств, эвакуированные в запасную столицу. С парада солдаты уходили на фронт. В этом году парад памяти в Самаре пройдет уже в 14-й раз. Он будет посвящен семьям, которые во время войны трудились для победы в тылу. В этом году у нас такая очень интересная история. Будет один из участников, который был совсем юный, юноармейцем. Проходил по нашей площади Куйбышева, а потом мы его увидели на Поклонной горе, когда он стал уже такой медийной личностью, это Герой России, Иван Жарский. Он Леопард, Брендли, большое количество техники, он управлял этими всеми птурами по уничтожению. И получил звание Героя Российской Федерации.